Audi четверка, домик с бассейном, плюс папины денежки из сейфа, как пел один известный рэпер. Здесь мы прокачали выхлопную систему и сделали ее более тихой. Машина приезжала к нам 2 года назад. Владелец сейчас ездит на дальние расстояния, ему это надоело. Ему надоел гул, который происходит в салоне. Мы, естественно, с радостью взяли машину в работу, потому что мы знаем, как бороться с этим явлением. Без стейджа она сильно хуже едет? Да. Привыкаешь. Когда садишься на руль первый раз, то ощущение такое, что тебя вдавливает сиденье. То есть радуешься этому ровно неделю, может две. И потом, когда начинаешь чувствовать, уже привыкаешь. То есть через месяц-полтора абсолютно не чувствуется ни скорости, ничего. И вот тогда пора ставить стейдж 100%. Ну а после даунпайпа надо приезжать сюда. Ребят, если у кого-то есть гул в салоне на турбовом автомобиле, знайте то, что есть специальные резонаторы, которые могут вам помочь избавиться от вот этих вот проблем вибраций по салону, где-то идет по закладыванию такой ушей. Да, если у вас есть это на определенных оборотах, вы просто должны знать эти обороты, и мы поможем уменьшить количество гула вплоть до нуля. На втором стейдже что делали? Вырезали каты, поставили даунпайп, перепрошили, прошивка криво стоит. Прошивка даунпайп вышли 60 с лишним тысяч. Нормально. Ну и здесь тюнинг выхлопной системы еще 20 плюс 9, 30, ну сотка. Не, ну оно того стоит. 100%. Да. На стандартном глушителе вообще не звучит абсолютно. Ну то есть машина едет, но такое ощущение, что пытаешься на маминой машине куда-то угнать. Вот, поэтому хочется добавить звука, добавить объема, добавить, чтобы тебя видели на дороге вообще. И поэтому выхлопная система. Управляемый выхлоп, не думали? Мне нравится постоянно, смысл управляемый. Я же не хочу в какой-то момент становиться Бэтменом, а каким-то обычным человеком. Я хочу быть Бэтменом всегда. Отлично. Целый день. Здесь мы установили резонатор, здесь мы прокачали выхлопную систему. Она зазвучала довольно сочно, громко и вместе с тем не напрягает теперь в салоне. Ну что же, очередная тачка прокачана в ультравыхлоп. Обращайся и ты, если хочешь прокачать свой автомобиль.